Добрый день. Мы снимали видео с синим рюкзаком вышиванкой, теперь с черным. Этот рюкзак черного цвета с красно-белой вышивкой. Вот, демонстрирую поближе эту красоту. Рюкзак полностью черный, без каких-либо включений, кроме вышиванки. Сзади на одной из лямок тоже вот такой рядок вышивки. Спинка такая же ортопедическая, как и в том предыдущем рюкзаке. Тут очень все вот так вот упруго. Вот ортопедическая система для отвода воздуха. Здесь по бокам вот какие подушки, лямки с вот такими вот, как это назвать, регулятором длины, скажем так. Дальше ручка, петля для подвешивания, маленькая-маленькая, и большая ручка тоже с обратной стороны, сетчатая, для переноски. Рюкзак имеет скрытый карман вот на молнии. Он на всю вот эту вот поверхность, с другой стороны кармана нет. Дальше карман вот такой в передней части, в котором много маленьких кармашков. Один на молнии, один над ним. Вот. Затем вот этот большой и два маленьких худеньких. Раз, два. Сбоку карманы сетчатые. Вот они. Ну и основное отделение содержит в себе карман для ноутбука. Большой, глубокий, с вот таким красным ноутбуком. Здесь вот такая застежка. Дно уплотненное. Вот я сейчас распрямила, там внутри есть вкладыш. Сейчас он, наверное, уже упал. Заломался. Сейчас, секундочку. Распрямляем. Так, вот, если распрямить, то дно вот такое. Сейчас еще наполню рюкзачок. Показываю красоту. Вот такой замечательный, вроде бы и строгий черный, но в то же время яркий рюкзачок. Вот сбоку вид и сзади. Вид сзади. Вот наша прекрасная вышивка. Подойдет и для взрослых, и для детей старшеклассников, потому что по размеру он большой. Точно не на начальную школу и, наверное, даже не на среднюю. На рост где-то больше 160 точно. Вот такой рюкзак. Всем спасибо за внимание. Рюкзачок приобретайте, рекомендую.